Здравствуй, мой дружок-пирожок. На этой неделе нам все расскажет и покажет Павлик. В этом видео мы поговорим о скидках, бонусах, о том, что сделали Rockstar и что не сделали. А также о том, будет ли шоколадное еще появляться на экранах. И прямо сейчас обо всем поподробнее. Мой дружок-пирожок, если тебе нужны деньги, опыт или полная прокачка персонажа, то заходи в мою группу по прокачке и заказывай буст своего аккаунта. Только сейчас сразу две акции. Акция на ПК с новым пакетом прокачки. Всего за 799 рублей ты получаешь полную прокачку персонажа. Акция на PS4 с большими скидками. Выгода до 100% на валюту. Успей прокачать свой аккаунт перед обновлением, чтобы можно было позволить себе все. Прокачаем быстро, качественно и недорого. Ссылочка на группу в описании. Переходи и заказывай. Начнем с того, что Rocky не завезли ничего нового. Мы ждали дедлайн, но новые карты появятся точно не сегодня. Но тем не менее Rocky смогли приятно удивить некоторыми хорошими скидками и отличными бонусами. Начнем со скидок. 40% скидка на старенький суперкар Темписта. Не очень быстрый, но надежный автомобиль для разъездов по любым улочкам Лос-Сантоса. Такая же скидка и на собрата Рипу, кто давно хотел пополнить свою коллекцию автомобилей именно подобием Ламборгини. Сейчас лучшее время для этого. В Эпитеф МДЖ также со скидкой 40%. Спорный дизайн, но зад этого автомобиля превосходный. По меркам американских суперкаров, разумеется. Старый добрый Сирис также со скидкой. И хоть не так давно я делал подробные обзоры этой брички. Хоть раз прокатиться на ней нужно каждому гонщику в GTA Online. На желтом сайте продают со скидкой 40% великолепный бронированный спорткар. Курум — одна из немногих машин, которая на 99% сможет защитить вас от любых пульботов. Отличный помощник на большинстве заданий знакомых. А на Варстоке затерялся Руинер 2000 уже со скидкой 35%. Очень дорогой автомобиль, но умеет стрелять, прыгать и, что самое главное, плавно приземляться, раскрывая парашют по недвижке. Огромная скидка в 60% на все офисы. Самые дешевые можно взять всего за 400 тысяч, но не забывайте про модификации, которые также сожрут у вас немало денег. Пентхаус казино со скидкой 40%, но это лишь скидка на покупку самого пентхауса. Любой ремонт придется оформлять за full price. Ну и также жилье высшего класса со скидкой 40%. Я бы посоветовал взять какой-нибудь домик на холмах Вайнвуда. Ну а если у вас и вовсе нет такого жилья, то берите самую дешевую квартиру для запуска классических ограблений. Теперь вернемся в офис. Тут можно по скидке взять себе любой склад спецгруза за половину стоимости. И кто только начал играть и уже думает, как накопить на подлодку для самого выгодного фарма, то прикупите себе сначала средний или большой склад по скидке и запустите фарм на ящиках, так как на этой бонусной неделе он принесет вам в два раза больше денег. То есть если вы заполните большой склад на 111 ящиков, то за место 2 лямов получите 4 с небольшим. А за эти бабки окупается как сам склад, так и подлодка, которая впоследствии будет приносить такие суммы в разы быстрее. Также двойной бонус сейчас можно получить и за бизнес-схватки. Но если хотите реально поднять много товара с объекта бизнес-схватки, то лучше нанимайте дружечков-пирожочков, так как в случае с ящиками, вам придется таскать их по одному. Самый же жирный бонус сейчас распространяется на обычные гонки по суше. Павлик запустил одну такую гонку. Естественно, хост решил выбрать все помощники, так что итог гонки зависел не от скилла, а от таймингов. Ну и без дураков не обошлось. Возможно, хост и водила этого тизеракта смотрит этот видос. Я говорить про тебя ничего не буду. А вот за дружечков-пирожочков в комментах не ручаюсь. Но в итоге, зная тело движения этого горе-гонщика, Павлик скинул его с трассы. Но он продолжал нагонять. В итоге, засмотревшись на него, Павлик въебался в бота. Да, это особенность обычных гонок.
где можно оставить обычный трафик. По итогу добраться смог только вторым. Благо на первом месте оказался совсем другой человек. За пару минут гонки можно поднять двадцатку. Неплохие деньги для столь быстрой гонки. Также в Казике скидка на одежду. Да, там есть магазин одежды, и не простой, а эксклюзивный. Именно там Шоколадный одевался в свой модный костюмчик. Сейчас мы и Павлика оденем в такой. Цвет и принт можете выбрать любой. Мне нравится именно фасон как у пиджака, так и у брюк. Только перед тем, как начать там подбирать себе пиджачок, не забудьте одеть на персонажа строгую рубашку под костюм. В противном случае выбрать пиджак себе вы не сможете. Ну или выберите рубашку тут, а после уже подбирайте себе пиджак. Еще во всех барах сейчас действует акция на бесплатное бухло. Шотик кам шотик можно выпить абсолютно бесплатно. Также можно затариться шампунем. Но Павлик привык пить текилу, поэтому его сразу же унесло. Не так давно я тоже заходил в туалет Казика, пытался помыть руки, не крутило кукранов. Нихуя, но это ничего, я вроде не колхозник. Подношу руку, нихуя не происходит, пытаюсь найти датчик, как долбоеб кручу руками вокруг крана, а руки-то уже мыльные, нихуя не получается. Подхожу к другому, такая же хуйня. Один мужик стоит, руки моет, на меня как на долбоеба смотрит. Ну и в итоге я как-то покрутил руками около краника, и вода полилась, причем полилась она тонкой струйкой. Как эта байда включается, я так и не понял. А это еще же время ковида было. Мы приехали в Казик поздно, так как из Сочей ехать час, а все заведения должны быть закрыты в полночь. Ну и Казик не исключение, хотя по факту исключение. Главный вход они закрывают как и положено. Но также есть еще и второй вход через гостишку Мариот, самая обычная гостишка. Но ебать какие там удобные матрасы и подушки. Раньше у них даже магазин был, где можно было такие подушки купить. Сейчас почему-то для России этот магазин недоступен. Ну ладно, с казино мы еще не порешали. Так как вы могли уже заметить, на подиуме стоит суперкар Antitex-X, неплохой с виду, но не особо выдающийся по характеристикам, поэтому потеть и пытаться выбить я особого резона не вижу. Ну и по бонусам, а также скидкам все. А теперь о Шоколадном. В комментах кто-то сразу предположил, что Шоколадный убит, кто-то говорит, что он переоделся, и это левый тип. Я скажу так, продолжение этой истории будет, я дописываю сценарий. И в течение месяца приступая к съемкам. Надеюсь, то, что я себе в голове напридумывал, не разочарует меня при реализации, как это обычно и бывает. Но если не разочаруюсь я, то я уверен, большинству тоже понравится. Ну а когда выйдет видео, пока сказать не могу. Оно может выйти как через месяц, так и через три, а может и через год. Все зависит от вас и от вашей активности. На канале преодолен рубеж в 300 тысяч подписчиков. Я благодарен каждому за доверие и поддержку. Для меня это огромная аудитория, но увидев вашу активность под последним видосом, я понял, что это не предел, поэтому двигаемся дальше. Ну а пока что на этом все. Желаю вам приятных летних каникул. Всем ББ, всем ГГ.